К ночи музеев впервые решил присоединиться Дом музея святителя Ануфрия. Здесь подготовили обширную программу. Мини-выставки глиняной игрушки и графического рисунка, мастер-классы, пленэстера, оскольских художников и даже творческую гостиную для детей. Им будут предложены эскизы. Несколько эскизов можно будет раскрасить самим, изобразить и дом-музей, создать своеобразный такой музейный артефакт и владыку под яблонькой любимой изобразить. И этот музейный артефакт забрать на память себе домой. Будет открыта также выставка, мини-выставка живописных полотен под названием «Прихожане» староскольского художника Елены Михайловны Марковой. В прошлом году она весенне-летний сезон находилась в Доме музея на пленэре. И вот теперь эти работы можно будет увидеть в ночь музеев. Также в течение всего дня будут идти обзорные экскурсии по Дому святителя. Увидят посетители и новую экспозицию с фотографиями репрессированных священнослужителей. Этот зал условно мы называем «тюрьма». Это все священники Староскольской епархии. Кто пострадал в годы репрессий, тот, кто нес службу на Староскольской кафедре в начале 30-х годов прошлого столетия при святителе Ануфрии Гоголюке. Сейчас их здесь немного, их здесь 14 человек представлены, но эта экспозиция, она будет дополняться и расширяться.